Закончился первый раунд. В красном углу отдыхает Сейтбек Лумунарбек, мастер спорта «Ура Дош». 1996 года рождения, боксом занимается 13 лет. Счет боям не ведет. Чемпион Кыргызской республики. Финалист чемпионата Азии 2020 года, бронзовый призер чемпионата мира 2018 года. Тренируется Лунарбек под руководством Беганаса Султанбаева. Данным соревнованиям готовили заслуженный тренер Кыргызской республики Турдалой Умуров и Беганас Султанбаев. Закончился второй раунд. В седьмом углу отдыхает Рыспек Бектенов, мастер спорта, студент Академии физической культуры и спорта, воспитанник Республиканского спортивного колледжа имени Шарова Сыдыкова. 2001 года рождения, боксом занимается 6 лет, счет боям не ведет. Тренируется под руководством Айбека Барсаякова и заслуженного тренера Кыргызской республики Киржибека Акибаева. Thank you.
Бой окончен. Вы готовы?